Спуск, подъем. Движение в режиме круиз-контроль. Так что правая нога отдыхает. Через 70 будет граница полярного круга. Сейчас мы находимся за полярье. На деревья обратите внимание. Уже готовится к осени. Уже листва не такая яркая. Ставят уже желтые листочки на некоторых ветках. Но даже представить трудно, как тут красиво осенью, когда деревья желтые, красные, синие. В общем, очень большая палитра, большой спектр цветов. Так, движение уже 4 часа, где-то через час. Едем границу. Небольшая разминка. Размер мышцы. Участке идет ремонт дороги. Неужели отремонтировали уже дорогу? Трасса Кола. Заполярье. Thank you.
за дорогой следят. Видите, заливают битумом швы, чтобы вода не проникала. И зимой не распирала асфальт. Молодцы. Молодцы. Автодор.
рассеивается, но еще достаточно густая облачность. Вчера двигались здесь, шел дождь. Облачно, ясно, совсем другое освещение. Я думаю, по-другому будет восприниматься дорога. Далеко был, я его видел, но не успел уступить дорогу, потому что он повернул, оказался в мертвой зоне, в слепой зоне, он справа обогнал. Аборигены Карелии – это карелы. Интересно, какая у них вера. Мощность сигнала. Так, два. Сигнала нет. То есть нет сети. Он поблагодарил
вчера ехали, то Стеллы не было участков, где шел ремонт строительства дороги. Ремонт, наверное, капитальный. Сделали бы большую стоянку на границе полярного круга, может быть кафе, может быть гостиницу, отель, поставили бы ларьки, вагончики, чтоб люди продавали там все, что хочешь. Впереди камера на 60. Так 60. Все закрыто щитами. Особо не насмотришься. Кладбище слева. Люди строили, делали и уходили. Вечный покой. Земля пухом. Поколения уходили, создавали, уходили, создавали, уходили. Наше поколение. Что осталось? Хорошее.
проходит по колоннам, обратил внимание. Значит, далеко еще до участка, где идет ремонт. Стабильно движется 5,6 литров на 100 километров, пройдено 293, средняя скорость 57. Такие небольшие проплешины, камни, громадные валуны. Вот справа валуны бушат, как застывшая лава. Сколько миллионов лет этим валунам? Если учесть, что это была лава, извержение вулкана, пока она остыла, пока покрылась мхом, затем деревьями и растительностью, наверное, не 1 миллион лет. Но Карелия много принесет интересных открытий, если ученый мир этим заинтересуется. Thank you.
часто, что ли. На улице до 9 градусов, с 5 стало теплее, видимо, как думаю. Регистратор чуть тепленький. Вчера в этом месте стояли. Здесь, наверное, да, сейчас будет стояночка. Так, желтая полоса, а вот там уже дальше будет красная. Сняли верхний слой, видно,
не ездил. Давно вчера. Ох, какая лапа. И горсть как захватит. Мало не покажется. Так, вот впереди я уже вижу. Появился красный участок. Чем опасны такие участки острыми камнями, которые могут попасться под колесо? Вот мы и на суде. Этому часто. Так, электроник, и выключаем двигатель 11:38, 11:38, и сигареты. Там мы стояли 7 минут, сколько постоим здесь. До привала 5 часов движения, 470 километров. Вот пошла колонна.